Меня всегда умиляли мужчины, которые засматриваются на чужих женщин. Ну, якобы это мужская природа, или чужая женщина всегда красивее твоей. Но вот почему-то мало кто в этот момент вспоминает, что женщина — это отражение мужчины. И как ты к ней относишься, то и получаешь. У твоего друга девушка лучше. Она красивая, умная, заботливая, постоянно ему что-то готовит, верит в него, понимает его. Так ты задай себе вопрос. Что твой друг сделал для девушки? И что ты сделал для своей? Посмотри на их отношения. Что он делает? И когда ты получишь ответы на свои вопросы, сделай то же самое для своей. И поверь, завидовать будут тебе.